О, бомбардир, вот этот опасный. Опасный чувак. Он стреляет множеством вот таких штучек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня подранил немножко. На, получай. Так, сколько тебе еще один ударчик, да, нужен? Ладно. Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда-плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте поедем классически и поиграем схватка с боссом. Выберем для этого танк. Я выберу большой титан. И на титане мы с вами, ребята, поедем. И будем уничтожать боссов. Вот едет первый босс. Удар грома. Ё-моё. Так, как же тебе... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, ни одного удара не попал. Тихо, надо сюда встать поближе. Опа, уничтожили, хорошо. Хорошо, давайте дальше поедем. Бомбардир армада, ух ты, нифига. Это опасный, ребята, танк. Сейчас попробую его уничтожить. Если получится. Нет. Давай. Он начинает стрелять своими вот этими вонючками. Ой, попал. Попал в меня один раз. Но я в него тоже сейчас. Ох, уничтожили, хорошо. Это такой один из опасных танков. Следующий легион едет. Тоже достаточно-таки опасный танк. Так как же он близко подъехал уже. Ребята, как же близко он подъезжает. Но он оказался слабым, мы его быстро убили. Следующий бомбардир Кнут. О, этот стреляет у нас этими штучками. О, мимо. Так, вот этими большими. Но они не сильно много наносят урон, по правде. Есть, уничтожили. И мы, ребята, еще пока живы. О, следующий гонец ада. Вот этот будет стрелять. Так, надо в него попадать. Быстрее, 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 быстрее еще. А, ну сейчас он назад пойдет. Полетит назад, мы его сейчас щелкнем. Раз. Так, надо прятаться, прятаться. Вот здесь вот нормально мы стоим. Все, уничтожили. У нас уже 5000 монет, представляешь? О, бомбардир, вот этот опасный. Опасный чувак. Он стреляет множеством вот таких штучек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня подранил немножко. На, получай. Так, сколько тебе еще один ударчик, да, нужен? Ладно. Получай, и еще последний. А-а-а! Плохо, плохо, ребята, дело обстоит. Есть! Все, уничтожили, наконец-то. Наконец-то мы его уничтожили, ребята. И лазерная пасть. Вот это прикольный танк. Он стреляет лазером, ребята. Надо как-нибудь вот так вот встать, чтобы он у меня не попадал. Я не знаю, получится так или нет. Возможно, попадет. Ой-ой-ой-ой, нет, нет, нет. На тебе. Еще. Да сколько ж тебе стрелять-то уже можно? Все, уничтожили, наконец-то. Следующий едет уже. Смотри, как близко. Так, ребята, удар грома. Пошли боссы на повтор. Так, опа, здесь я знаю, как что с ним делать. Здесь надо подальше вот здесь встать. Здесь он меня ничего не сделает. Но у него вот это крутится, вниз направляется. Дуло. Все, уничтожили наконец-таки. Вот такой он вот плохиш. Давай подлечимся сразу. Так, армада едет, ё-моё. Мне нужно срочно подлечиться. Так, где мне тебя? Как мне тебя встретить? Слушай, чувак. А-а-а, сейчас начнем стрелять. Ладно, сейчас здесь мы встанем. Раз, удар. Два, три, четыре. Есть. Уничтожили. Надо их всех уничтожить, ребята. Хотя бы до вертолетов. Хотя бы, ребята, до вертолетов. Как они быстро приезжают, подъезжают, очень-очень быстро. О, сейчас меня прицельно начнут стрелять. Ладно, хоть немножко мы его. Но мы его щелкнули, ребятушки, хорошо. Так, Кнут. Этот не особо опасный, ну ладно, сейчас попробуем, посмотрим. Раз, удар. Два. Три. А, мимо. Это очень плохо, нельзя мимо попадать по этим танкам. По боссам вот этим. Они иначе могут уничтожить легко. Так, поехал вертолет. Теперь вертолетов надо уничтожить. Гонец ада, но этот еще пока не так опасен, как следующий будет. Бомбардир. Но я постараюсь этого уничтожить. Раз.
два, три, четыре, пять. Есть, уничтожили теперь бомбардир. Очень-очень опасный вертолет. Я не знаю, справлюсь я с ним или нет, ребята. Не знаю, не знаю. Так, есть один удар. Ой, какой он живучий. У него еще много-много-много сил. Много-много здоровья. Мимо, мимо. Это очень плохо. Опять мимо. Так, есть один удар. О, вообще здоровья мне не хватает. Давайте проедем подальше. Немножко. Сейчас, если он начнет кидаться, это плохо. Так, есть один ударчик. Может быть, таким макаром мы сможем... А-а-а, уничтожил. Он нас уничтожил, ребята. Ну ладно, 5600 мы заработали. Сколько всего монет заработали мы сегодня? 780, отлично, это хороший результат. Это результат очень даже таки хороший. А нам нужно, чтобы открыть крушитель Луны, 7000 монет, пока 5600. Ладно, поехали в атаку в пустыне. Выберем танк. Феникс возьмем. Будем огнем их жарить, ребята. Так, смотри, первый вертолет. Ладно, сейчас подождем, он сейчас подъедет сюда. Подлетит, то есть. И мы его начнем жарить. О, есть. Успели поджарить его. Так, поехали танки. Так, достает у меня огонь. О, здесь отлично будет. На, получай. Готов первый танк. И маленький тоже. Поехали дальше, ребята. Сейчас будем смотреть, где и остальные танки. А у нас есть супероружие, это бомбочки. Ракетки. Так, этот готов. Давайте на них ракетки спустим. Получайте ракетки. Не знаю, вот один танк мы точно уничтожили, ребятушки, с вами. А вот эти вот едут. Так, этот готов. Ой-о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 й, смотри, что творится. Этот опять сейчас начнет кидаться. На, давайте я вам огоньком поджарю вас. Все, поджарили мы их, ребята, огоньком. Так, следующий, тоже танк. Давай, и сейчас будет босс у нас. А вот и босс. Армада, босс, босяра. Сейчас надо будет его поджарить как следует. Готово. Он нам дает лечение, мы немножко подлечились. И у нас еще опять дали нам ракетки. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте их быстренько поджарим. Вот этих вот ребят нехороших. Ой, сколько вас тут уже, смотри, много. Сразу три танка, четыре, вот еще едут, ё-моё. Ладно, давай, поджарим их. Так, один готов, второй готов. Так, третий готов. И здесь будут, давайте вертолетчика подождем. Так, на, держи вертолетик. Классно, вот этот Феникс вертолеты ждет, прям вообще молодец. Будет еще один вертолет? Нет. Нету вертолетов. Но есть танки. Танки стоят. О, поехал вертолет. Ребята. Вот, сейчас мы эти вертолетики будем жарить. Нет, не получилось. Так, один готов. И следующий сейчас. Вертолетик. Все, поджарили его наконец-то. Так, вот этот танк мне мешает здесь. Так, эти не подъедут, надо их жарить. Все, готово. Готово, едем дальше. Так, монетки. Надо быть аккуратным. Вертолеты. Давайте ракеток спустим. Ракетки. Так, этих мы уничтожили, этого тоже. Все хорошо. О, 5800 у нас, ребята. И у нас идет гонец ада. Это босс. Босс на вертолете. Так, немножко мы его сейчас поджарим. В принципе, можно быстро ехать, чтобы где-нибудь встать нам в удобном месте. Сейчас этот вертолетчик. Вот это место хорошее. Ждем его. Жарим. Есть. Прожарили. Сделали ему прожарку, да, ребята? Так, а ну-ка. Ой, что-то у меня танк не едет. Так, давайте назад немножечко и вперед. Сейчас подлечимся быстренько. Во, подлечились. Так, этого танка мы щелкнули. Ох ты, вертолетчики летят.
Так, вертолетчика вот этот надо будет дожарить. Сейчас он, ребята, прилетит. Давайте ракетки пустим. Ракетки им. Так, ой-ой-ой, куда я поехал? Куда я поехал, ребята? Прям на танке. Так, ну что у нас там по здоровью? Так, а ну-ка, мне вот неудобно очень. Ладно. Сейчас посмотрим. Ох ты, то тут сколько много танков. Вот здесь бы ракетки мои бы пригодились бы. Так, ну все. Нас ребята уничтожили. Ах, да. Сколько мы заработали денег? Сейчас посмотрим, посчитаем. 170 монет. Ну, нормально, неплохо. Итого у нас 5800, ребятушки, монеток. Ну, на этом будем заканчивать серию. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.